Любите ли вы тени так, как люблю их я? И если ответ на этот вопрос «да», то наверняка вас заинтересует продукт, которому сегодняшнее видео будет посвящено. Мы с вами поговорим о вот такой вот очень удобной штучке для очищения кистей. Если у вас нет определенной рутины в макияже и каждый день вы стараетесь какие-то новые оттенки использовать и на лице, и на глазах, то это для вас будет очень удобным. И что это вообще за продукт, я вам давайте сейчас немножко объясню. По сути, это вот такая вот железная баночка, в которой находится два типа спонжей. Первый спонж достаточно текстурный, и он мне по ощущениям напоминает спонж для грима, который используется для нанесения разных текстур на лицо. Что же касается его центральной части, то тут опять-таки в металлической вот такой вот маленькой баночке находится другого типа спонж. Этот мне больше похож, знаете, на губку для мытья посуды, то есть абсолютно обычный. И центральная часть предназначена для того, чтобы вы этот спонж можете намочить, и после этого в процессе нанесения там какой-то косметики вы можете смачивать кисть для нанесения, допустим, теней влажным способом. И как я уже и сказала, эта штучка становится отличным помощником в нанесении макияжа, особенно когда кистей у вас не очень много, а вы хотите постоянно менять оттенки, которые вы используете. Лучше всего этот продукт работает с какими-то кистями по типу растушевочных для теней, потому что для того, чтобы сделать полноценный макияж, зачастую мы используем, ну, как минимум 3 оттенка, и для того, чтобы использовать одну кисть и предыдущий цвет не мешался с последующим, мы берем или чистую кисть, или в данном случае все, что нужно сделать, это вот так вот несколько раз провести по вот этому спонжу. После этого кисть, конечно, не будет выглядеть чистой, но весь пигмент полностью снимается с кисти, поэтому вы можете использовать абсолютно разные оттенки по насыщенности, по цветам, и таким образом они не будут мешаться в грязь. Концепция этого продукта достаточно не новая, я даже лет 5 назад, наверное, уже знала о существовании аналогичного продукта от компании Vera Moda, но этот продукт стоит там $20, и еще тогда он меня заинтересовал, но как-то я немножко пожалела такие деньги на этот продукт, мне показалось, что он слишком какой-то элементарный для такой огромной цены, и копаясь на AliExpress, я случайно попала на вот эту вот штучку, и она мне стоила всего-навсего $4. И $4 это, конечно, отличная цена для такого замечательного помощника. Единственное, что хочу сказать, эта штука работает только для сухих текстур. То есть, если вы будете использовать, к примеру, тональную основу и потом захотите очистить кисть, то это так не сработает. То есть только сухие текстуры, тени, пудры, румяна, бронзеры, ну, в общем-то, все в этом духе, все отлично снимается с кисти, и зачастую лучше всего снимается как раз-таки из кистей с натуральным ворсом, синтетическим работает немножко хуже, но все же работает. Что же касается того, нужен ли вам этот продукт или нет, решать вам, потому что я очень долгое время пользовалась абсолютно обычными салфетками из микрофибры и точно так же делала вот эти вот движения, и абсолютно аналогично, в принципе, оттенок снимается с кисти с помощью вот такой вот салфетки, как и вот этой штуки. Единственное, вот это, конечно, немножко более удобное оформление, то есть я вот сейчас, вот даже у меня есть вот такая вот магнитная палетка, которая наполовину пустая. И так как эта палетка магнитная, она отлично магнитит вот эту вот штуку, и я, когда стою перед зеркалом, мне достаточно удобно, то есть я беру, набираю какой-то оттенок, наношу его на глаза, после этого сразу же тут кисть очищаю и беру какой-то другой оттенок, и я себя чувствую вообще как художником, знаете, с палитрой. И одной кистью я могу сделать макияж полноценно, то есть мне не нужно менять при этом кисти. Естественно, если вы визажист, этот способ вам не подходит. Вам нужно полностью очищать кисти и дезинфицировать их. Но если вы пользуетесь кистями только для себя, то эта штука это просто отличный помощник вот в таком вот ежедневном макияже, чтобы просто немножко экономить время. По крайней мере, у меня с момента покупки вот эта штука вообще абсолютно не валяется. Каждый день я ее использую, каждый день она меня радует.
Я очень надеюсь, что это видео было вам полезно и оно вам понравилось. Сообщите мне, как вы думаете, удобна эта штука была бы для вас, или, возможно, вы в ней не видите никакого смысла абсолютно. Может быть, у вас какие-то есть другие штучки, которые еще более полезные, вот в плане нанесения макияжа, в плане экономии времени, в плане, возможно, какого-то упрощения нанесения косметики. В общем-то, напишите мне обязательно в комментариях, мне очень будет интересно это почитать. И перед тем, как вы закроете это видео, пожалуйста, поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, а если вы уже подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, который находится возле кнопки подписаться. Таким образом, YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео, а я с вами уже на этом прощаюсь, и мы с вами увидимся в следующих видео.